Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку канала и приятного продолжения просмотра. Эх, я хотел на город поставить. Японец, предложение мира. Кто у нас еще на море стоит? Ну, возле моря, кроме японца. Ну, я стою. У меня там два города, но они такие никчемные. Надо идти вот это все ремонтировать мне. У меня утонули две клетки. Там мы не сильно природу губим. Ну, уже третья фаза. Нормально. Достойно губим. Не спеша. Не спеша, да? Угу. Влад, мир не хочешь заключить? Ну, я думаю, можно на время уж точно. Хотя глобально я не могу тебе ничего делать в этой игре. Ну, короче, постоянно ты влазил все в войны со мной. Ну, даже помогать людям. Если бы я ему не. Если бы инку не помогали, ты бы его сразу снес. С первого раза. Как ему там кто-то селит, а кто-то деньгами, кто-то еще чем-то. Да не думаю, я думаю, было точно так же с такой же скоростью. Там проблема не в юнитах была, а в территории. Да там проходы в этом клетку. Давайте ядерный синтез откроем. Я хочу все-таки бросать ядер, термоядерки на Ацтека. Сколько у нас осталось до конца союза? 13 ходов. А космопорт кто-нибудь строит? Нет? Нет. Нет. Зато кто-то строит подводные лодки. Ну вот, так у тебя территорию затапливает, я смотрю. Да. У меня клеточку одну. А нет, две клеточки затапливают. Тем не менее, ходов все меньше становится.
Ну, вполне реально, что как бы поэтому кто-то выиграет. А, ты про культуру говоришь? Да. Ну, неправильно показывают. Оно каждый ход случайное число или вообще не показывает? Не, ну если оно показывает, это уже плохой знак. Правильно. Ну, я бы не сказал. А мобильный ЗЖК сильно отличается от один ты пуш? Ну, лучше перехватывают, больше урона наносят этим самолетам. Смысл в том, что ядерки сами не уничтожают, или тут уничтожаются, подождите, в моде. В моде они исчезают. Исчезают все-таки? То есть она летит, летит, ну, не долетает, подожди, по-моему, даже в патче это поменяли. Или короче, в патче, или в том, моде. Что, ну, короче, как бы зенитки и РСЗО, они наносят урон самолетом. Ну, ты ж можешь из ракеты отправить, а можешь самолетом принести. Так вот, они еще урон наносят. РСЗО наносит урон больше. Ну ладно, ответное предложение. Поздно. Сейчас посмотришь, да. Ацтек, а почему ты перекупаешь постоянно Болонию, не расскажешь? Я ее как тогда перекупил, так и оставил. Ну так ты ее три раза перекупил за последние несколько ходов. Ну когда-то же кончится Всемирный Конгресс, ну, решение точнее принято. Да мне в принципе некуда послов девать. Алексей, там я тебе обратно тоже кинул. Я думаю, слишком много ты попросил. Это уже справедливо. Слушайте, у меня Ацтек уже и шедевры тырит. Представляете? У меня тоже у тебя прокачался супершпион. Так тырьте, у меня тырьте у Ацтека шедевры. Не, я шедевры и не ворую. Что это за наводки такие плохие? Посмотри предложение. Эльские гранты завершены. У меня один ход надо. Я, наверное, подожду один ход. Пожалуй. Мог бы и так попросить. Да ладно. Вот сейчас показывают 63 хода победы. Давайте, наверное, промышленную зону поставим в столице. Что-то я на плюс 3. И темный век выхожу. Там есть на ядерные там ракеты. Тысяча туризма все равно у меня. Кое-что. Это тоже хотел в культуру, что ли? Нет, это защитная культура. А, ну так работает раз. В том числе. Туризм это атака, культура это защита. Он уже японец первый по науке, так-то на минуточку. Ну давайте поможем японцу захватить инка. Все лучшие города инка, пускай японец захватит, просто вот без проблем. Здорово, Влад. Спасибо.
И этот я такой ничего не мог ему сделать. Уведу. Так а войну зачем? Союз с ним военный и войну мне зачем объявлял? Может еще повоевал бы с Японией. В тот момент оказался опаснее, чем он. Ну типа, ты и так много городов хороших забрал, так бы еще больше забрал. Это чисто расчет. Почему бы я забрал, если мы одинаковы с ним идем? Ну как, ну почему? Я бы ее забрал, ну. Ты бы забрал просто. Ты бы забрал и все. Слушайте, а давайте я миссионеров возьму и пойду смотреть, что там. Это правда. Что-что? Ты в информационной эре. Я, да. Пятьдесят пять, 88. Сколько стоит так капнуть? 140, а так будет 70 стоить. Ну надо будет на одну, на один ход, наверное, как-то поставить. Надо еще этого военного инженера сделать. Бля, долбаные варвары. Ну суки, ну какого хера? Откуда у меня тут стреляет, сука? Задолбали всю игру вот там мне. Компьютеры, робототехника, дальняя связь, два центра вещания надо. Я могу просто купить, наверное. Опять тут все испоганено. Не знаю, что это за визуальные блюки сейчас. А где... Что там по победе религии? Ну, не, вряд ли.
Мобильный ЗРК, завершение. Давайте исследовательские гранты в очередь. Темный век вышли. Давайте под охраной лжи. Тут черную карточку можно поставить. Вот, плюс 50 производства ядерной программы и ядерных устройств. Вау. Ну, вместо эстетики, видимо. Сейчас снизится. Культура на одну всего. Странно. Что-то не растет. Давайте вот так сделаем. Блин. Без шансов все равно. Ладно. Здесь более-менее выправили. Что, опять убили подводную лодку? А вы уже обсудили, да, что ацтекам для достижения культурной победы осталось одного игрока? Ну, вообще как-то странно. У него 75 туризмов, туристов, а у меня 122 и 118 у артиста. Как-то он... Не знаю. Японец, он к тебе отправляет этих? Я музыку слышал, а где это играло, я не... Войну ему объяви. Давайте решим, что мы блочим там, где проекты по победе научной. Что там самое подходящее? Межпланетное? Блин, а кто тут вообще улетает? Вообще, ну серьезно, никто даже космопорт не построил. Блочь, что хочешь. Я бы не верил, Алексей. Окей. Слушайте, какая там это будущее? По-моему, цифровая демократия на культуру как-то работает, да? Давайте пускай она теряет. Да что вы так? Блин, а я уже проголосовал. Все игру с тобой дружили, Васман. Ну, так у нас вроде дружба и продолжается. Типа в честь дружбы побеждай. Давай мы решим, что ты победил, а потом дальше будем играть, окей? Я ж так шутку. О, а кто это? Кинул производство на термоядерные устройства. Так, а что там за ученого взял?
Так, ты взял на космическую гонку плюс 1500 промки, а я на 100%. Отстак тебе, кстати, остался ученый. Pierre was right when he said that. Да ладно. Неужели он опять убьет мне эту подводную лодку? Да что? Долбаные варвары, вообще ненавижу их. Где подводные лодки? Ну что вот с этой системой? Почему так дебильно расположены юниты постоянно? Графические глюки. Ребенок проснулся. Его как бы в садик вести надо, но тут доиграть надо. Я не думал, что я доживу до этой стадии. Да я тоже как бы думал, что скоро, что выйду спать еще час назад, а видишь, как получилось. Интересно. Если за ходу 10 ближайший ничего не сделать от стека, он... Да я думаю, там подводные лодки уже плывут. Не плывут. Ни одной подводной лодки. Нефти нет на подводной. А в игре нельзя смотреть, у кого сколько ядерных этих? Именно ядерных устройств нет. Но вообще как-то наличие контролировать можно? Там единственное, что в Конгрессе есть, типа, у всех становится столько же ядер, как у кого-то. Тут единственное... Эти мобильные зеркала же тоже на одну клетку действуют, да? Да. Так что от термоядерок не спастись. Там там пацаны меняются. Было же уже 10. Ближе. Не, было 10 один раз уже. Я так понимаю, ты единственный, кого он не обратил. All the girls in the world. Бля, а кого я сюда отправил? Кого я в Сивас отправил первого?
Никого. Мне апнуть надо их. Как вы говорили, правильно ставить зерка ромашкой, в смысле? Ну подумай, как. Чтобы они друг друга перекрывали. Я так подумал, просто уточнить. Просто вдруг там есть какое-то наложение и увеличение шансов. Вот это странно, что не написано. Может, если два ЗРК стоят рядом, то по идее они должны с большим шансом прилетевшую ракету поймать. По идее, может быть, но цива такая. Сколько у нас с тобой еще мира? Мне не обязательно было все возвращать самолеты, блин. А, ну да, я ж на союз. Это ж территория союзника. Так успеет или не успеет, вот в чем вопрос. Да блин, меня задолбал уже этот. Противоракетный крейсер. Подождем один ход. Думаю, три подводки мне выше крыши. А, 20 урана требуется. Так, один ход отложим тогда. Сейчас ядерный Ганди покажет Кузькину мать. Может, надо? Окажите мне помощь, пожалуйста. Ну вот, вот вы добрые, а. Все против. Прости. Может, самолеты летают? Какие самолеты? Истребители. Чьи? Османские.
Контролируем небо. Над моей столицей? Над всеми твоими городами, чтобы враг не прошел. Самый мирный сосед, а ты вот так. Я за тебя полностью. Так, где тут скидка? Можно вот содержание ядерных устройств еще будет поставить. Так, есть 34. Делаем термоядерное устройство. Пингалу убрали. Рейну убрали. А, чувак там побеждает. А это у кого? Что? А, это японский рок-концерт. Японский рок. Легендарный. Да-да. А, вот Эббот. Я немного не понимаю, как мне победить культурой? Но мне надо всех туристов обратить или набрать количество очков максимально? У тебя должно быть больше внешних туристов, чем у кого-либо внутренних. Я думаю, что там, ну, как бы... Очень странно показывает. То, что вот во вкладке общие там девочки показывают, вот это вот заполнение значка. Это, ну, вот смотри... Общее ничего не меняет. Смотри, по идее у тебя... Вот видишь, у меня внешних туристов 148. То есть у тебя должно быть в этих... Не, точнее, не внешних, а внутренних туристов 140. У тебя должно быть внешних туристов 149, чтобы победить. Самолетик сделать, бомбардировщик какой дополнительно. Блин, да и юниты для захватов еще нужны. А, мне же этот нужен. Тьфу ты. И мы самая большая, этот робот, 101. Тут в очередь ставим робота. Пить его, наверное, дорого. В итоге теперь у японцев 550 науки. Ну я, японец, не буду с тобой воевать, я понимаю, зачем ты объявил войну японцу, ой, этому ацтеку. А ты уже объявил? А, все понял. Может, мне на японца сбрасывать ядерки?
Окаяма, Киото, все захватывается. Блин, мне нужен военный инженер тогда. Чё-то как-то... Японец, ты тут? Да-да. Так ты объявил войну Ацтеку, чтобы в него ядерки бросить или что? Ядерки бросить и города. А на возле Нормандола есть у кого-то юниты, чтобы его забрать? У меня есть. Надо. Я бы просто на него ядро сбросил, а кто-то бы забрал или сжег в идеале. Ну, на следующий ход. Окей, скажешь. Блин, ну мне нужны какие-то юниты. О, давайте этих просто на воду спустим. Янычар. Да уйди ты отсюда. Больно бьет на самолет. Ты уже бомбишь авианосцами? Угу. Ну, ты можешь мне сказать, куда бросить, я брошу. Могу на Нормандол, могу на город вот этот, Тлакопан. Ну, вот можно на Тлакопан. Мы себе ищем забрать легко. Только не следующим я уже забрать. У тебя одно ядро? Ну, строится еще. Ну что, к Нормандолу один юнит близ. Я буду, если честно, вначале на Нормандолу шок. Или там собрать, ну лучше сжечь, а потом уже разбираться с остальным. Ну, забирать нет смысла, его может отбить. Согласен. Ну, на Нормандолу могу бросить ядро уже в воде сейчас. Алексей, будешь забирать? Так, да, могу забрать, наверное. Я тоже могу забрать, ну, сжечь. Ну, кто-нибудь. Можно нажигать. Ты гад, японец, а? Почему японец гад? А потому что он жег? Я хотел себе город забрать.
Мне сейчас термоядерки будут кучу денег, кстати, забирать. Так, ладно, надо поставить, я думаю, содержание ядерных устройств. Хотя все я улучшил. Все вот эти юниты. Кавалерию. Янычары. Можно куда-то улучшить вообще? Блин. Какие янычары-то? Они улучшаются пехотинцы. Что, пехотинцев до сих пор не открыл, что ли? Открыл давным-давно. Ну и фигли. Все улучшается до мотопехоты. Где еще янычары у нас? Так, тут все стоит. Ух ты, тумбис отваливается. Ничего себе. А, он что, в золотой век вышел? Вот. Сильно? Нет, в нормальном. Да, не особо. Ты хочешь его убить? Нет, за сирень. А, да, за сирень. Не вопрос вообще. Девять ходов. По-хорошему нужно захватить Теночи... Короче, столицу надо захватить, там много чудес. Это будет неплохо. Как минимум захватить, это замедлит. Но я не дотяну. Так, есть термоядерка. Вот следующим ходом, допустим, я мог бы забрать Вашапан, если бы на него упало ядро. Может, я буду города забирать? Если ты можешь, почему нет? Ну, потому что прибегает японец и забирает их. Он вроде сжигает. И что? Он их сжигает, чтобы мне не достался, он же их не может удержать. Ого, что это за армии? У Занзибара. Мне бомбардировщик еще нужен. Первые 7 ходов. Так, 950. Индусы, нету денег вообще. Надо было строить больше городов. Само собой. Просто все шедевры не вмещаются. Хотя это, наверное, из-за того, что я Лёше своровал парочку. Так бы, наверное, влезли. Thank you.
Ты опять у меня своровал? Я у тебя штуки 3 за игру своровал, это точно. Ну, я пару книжек стащил. Я только технологии ворую. Я с Авасией там что-то таскал. Маси. Так, у меня только один вопрос. Если я объявлю войну Ацтеку, вы кризис против меня не примете? Нет. Против тебя нет. Ух, эти японские рок-концерты. Да, сбил он мою атомную бомбу. Это хорошо. Ну, я скоро смогу еще одну бросить. Мне негде подводку, подлодку. Апни. Негде подводку. Есть такое дело. Так, все города вроде мои защищены. Алексей, если нужно, могу с тобой даже военный союз заключить против него. Давай. Мне бы денег немного, я хочу купить бомбардировщики, потому что я думаю, что он сбивать их будет. Но у тебя, по-моему, их нету, да? Я бы дал, я тоже трачусь. Я бы дал, но через 4 хода. Три термоядерки плюс 33. Так, и у меня там этот. Вот он. Ага, ну, собственно, следующим ходом могу отправлять. Не будет Ацтек дальше дружбы. Очень жаль. Да. Но ты очень близок к победе. Самому жаль. Классно же было к тебе отправлять караваны. На подходе два ядра. Возможно, они чем-то нам помогут.
Блин, красивые города у индуса. Но мои бобры не переживут атаки. Алексей, куда тебе нужно спросить ядерку? Чтобы я захватил его? Угу. Теотиуакан. Если есть еще возможность, на тлакапан тебя. Со временем, господа, со временем. Так он друг на друга не останется, если все мне. Ничего страшного. Ты сейчас больше всего, у тебя шанс победить. Ну вот так я вот и играй, когда у тебя ни селитры, ни урана, ничего нету. Здорово. Ну ци, во что ты хочешь? Ну типа, просто долететь, я думаю, никто не сможет, не успеет. У тебя алюминий был, ты мог на самолетиках что-то сделать. Да не мог тебя, да, на самолетиках, но я не стал. А зря. Ну, я еще раз говорю, мы можем согласиться, что ты победил культурой, и продолжим дальше играть, раз тебе так хочется. Ну, мы же не можем вот просто... Человек побеждает культурой, мы все такие сидим. Ну, окей. Я, мне просто обидно, что вот такой респаун ресурсов. Ну. Алексей, ты готов? Да. Я не могу здесь пусковую шахту построить. Смотрим, собьет или нет. Выглядит как сбил. Да, сбил. Скоро еще одна будет. А что ты мне войнушку объявил? Да я думал истребителями подбить юниты. Что-то не получилось почему-то. Ага, нет, это не то, что я хотел. Блин. Пять ходов, блин. Просто я думаю, если ядерка долетит, то я тебе хотя бы юнитов убью. В итоге сам всех хуже сделал. Не понял, что это за робот около Аякучу? Он мимо тебя плывет. Он плывет? Знаменитые японские роботы. Он плывет, тебя не трогает. Блин, ребят, ну мне нужны деньги для покупки бомбардировщика, ну. Я его строить тут буду очень долго. Сколько он стоит? Миллиард? 1100, по-моему. Девятьсот пятьдесят. Но у меня все еще нет пока денег. А, я не поставил на содержание, ё-моё. Передай ему, Влад. Ну, надо уже открывать синтетическую технократию. Что происходит? Это же больше с ним. Алексей, следующим ходом будет. Не успел чуть-чуть. Откуда у тебя там столько? Ну, он тебе дело чисто и строил. Так, Алексей. А, у меня деньги в минус пошли, потому что... А, все нормально, да, я отдал тебе? Да, но все равно я не успел купить.
По-моему, вот сюда надо бросать. А как он вот тут у меня этот сидит, интересно? А почему я даже ГГшки не могу отправить в караван? Ты, наверное, окружила, и типа, если везде враги, то ты, по идее, не можешь ничего делать уже. Вот так вот. Ясно. Реактивный истребитель уничтожил ацтекский биплан. Ну. Это было мощно. Так, следующим ходом куда-нибудь кинете еще ядерку? Я попробую еще раз туда же. Японец, а ты? У меня сейчас пока ядра нет. По идее, если лакопан зацепит, я могу его сжечь. Я вот думаю, на лакопан или на то, что возле Лёши. У него там зенитка. ЗРК, там, я могу там. Только вот на данный момент только тело Чилуакан захватывать. Просто чем дальше летит ядерка вглубь континента, тем больше шанс того, что ЗРК его перехватит. Аргумент. Сейчас у меня есть одна идея небольшая. Смысл в том, вот сейчас, почему я термоядерки строил и почему я... Кстати, у меня куча веры, может мне каких-то великих людей купить? Не такой видишь? Да победа. Игра даже столько не продлится. Ну, можно. Я думаю, может Алексею помочь. Я не думаю просто, что этот город сильно все поменяет. Хотя потому там Рейна прокачана, у нее есть прокачка на туризм. Блин, у меня ракурс плохой. Надо было с другой стороны бросить. Куда? Куда летит? Ну, от Лакопан. О, попал! Попал. Хорошо. Да. Ну, а, я не так. Вижу, типа, эту территорию. С а-ля. Огромным, конечно, трудом, но... А, нет, хоть это так. Она... Так, у меня быстро строятся ядерки, есть у кого-то уран? Я просто есть? Не могу сюда отправить. Блин. У меня сейчас давайте тогда сюда. Ну, имеется в виду по нулям. Используй. Кто-то использовал термоядерную. Так вот. Видимо, от расстояния тоже как-то зависит, потому что буквально две клетки. И оно поплыло. Я не мог сюда кинуть, потому что задевал бы тогда свою территорию. Поэтому туда не бросалось. Так, как мне так сколько захватить? Вот в чем вопрос. Основно, у тебя армии разве вообще нету? В смысле? Просто у меня стояли ЗРК без прикрытия. По идее, ты мог просто убить и кинуть ядерку. Ну, чтобы их убить, мне их увидеть надо.
Я ж не вижу. Куда? Может, если бы я там подвел один юнит, то, наверное. Ну, тут, скорее всего, вертолетик умрет. Хотя нет, должно хватить здоровья. Тогда еще текскока за... или Теночтитлан попробуем. На этом пока все. Напоминаю, что спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас, переходить во вкладку «Сообщество», а подписчики увидят продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!